Всем привет! Продолжаем строительство трайка. Потихоньку переходим на облицовочку, внешний вид. Вот что у нас получается. Вот. Такой кузовок выходит. Здесь у нас глушители будут справа-слева. Место под номер. Вот так фонари у нас будут выглядеть. Сначала делаем такой каркас из проволоки. Потом картонные шаблоны, потом железо. Это все будет шпаклеваться. Потом матрица, ну и пластик. Это у нас ходовые огни. Здесь же будут и повороты. Ну, с какой-то Рено, с какого-то кроссовера. Ну вот, как-то так. Всем пока.